В рамках программы «Мама-предприниматель» проводится бизнес-тренинг для молодых мам, находящихся под опекой общественного фонда «Ана ИЕ». Около 10 участников изъявили желание открыть свой бизнес в будущем. Обучение проходит по таким аспектам бизнеса, как составление бизнес-планов и координации средств. Большинство молодых мам планируют открыть бизнес по пошиву и питанию. По окончанию тренинга им будут выданы сертификаты. Мы запустили проект «Мама-предприниматель». И обучаем основам бизнеса будущих мам, ну и настоящих мам. За два дня мы обучаем таким аспектам, как юридические аспекты, как открыть бизнес с нуля, что такое маркетинг, что такое финансы. То есть все азы, которые необходимы для запуска своего дела.